Ивановский областной музыкальный театр уходит на каникулы. 19 мая состоится заключительный концерт, посвященный закрытию 84-го театрального сезона. Мы готовим несколько абсолютно новых номеров. Некоторые номера будут вообще нетипичные для нашего театра. А также в этом концерте мы хотим сделать страничку, посвященную 200-летию основателю жанра оперетты Жаку Оффенбаху. Сезон был насыщенным на события. Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета удалось поставить оперетту «Сильва». И костюмы, и декорации для спектакля сделали абсолютно новые. В конце мая «Сильву» в числе прочих спектаклей покажут в Сочи на сцене Зимнего театра. Во время гастролей будет подписано важное соглашение. В течение года солисты, артисты нашего театра будут выезжать на площадку Зимнего театра. Вместе принимать участие в совместных каких-то творческих проектах или отдельные концертные программы. То есть это тоже очень как бы для нас приятно и значимо. После официального завершения сезона начнется серьезная подготовка к открытию следующего. Он будет юбилейным. Мустеатру исполнится 85 лет. Зрители порадуют премьерой мюзиклом «Робин Гуд». Этот мюзикл вообще довольно-таки нетипичный для современной театральной сцены, потому что практически 90% в этом спектакле – это музыка, все построено на музыке. Там хорошая драматургия музыкальная, что довольно-таки редко бывает сегодня среди современных композиторов. Мы, благодаря тому, что нам выделили деньги в бюджет в прошлом году, мы пригласили балетмейстера из Москвы, который будет работать с нами, это Михаил Колегов. Мы пригласили художника-постановщика из Санкт-Петербурга, это Владимир Павлюк, который тоже уже работает над спектаклем. Ну, надеемся, что это будет большой интересный спектакль. Главный итог минувшего сезона, как считают в театре, удалось сохранить зрителей. Ходить в театр стало модно. Кроме того, стоимость билета осталась на прежнем уровне. Их цена варьировалась от 250 до 500 рублей. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.